Глават вышел, банк «Караул» призвал сельхозпроизводителей не затягивать с весенними полевыми работами. По словам руководителя республики, всех чиновников, допустивших срыв посевной кампании, ждут организационные выводы. «Наступил очень важный момент для наших сельхозпроизводителей», заявил Шалбан Караул, обращаясь к аграриям Тувы. «По республике полным ходом идут весенне-полевые работы, а это самый ответственный период. Что посеешь, то и пожмешь». Глава Тувы напомнил, что со стороны нашего правительства сделано все возможное. Деньги среди аграриев распределены, горюче-смазочные материалы по льготным ценам выделены, отметил Шалбан Караул. Но в то же время сроки, которые необходимо соблюдать по технологии сельскохозяйственных работ, уже поджимают. Руководитель республики предупредил, что по итогам весенне-полевых работ районные хуралы должны провести обсуждение их проведения и определить все плюсы и минусы прошедшей кампании. Если сроки и технологии не будут соблюдаться, то придется как минимум инициировать вопрос о служебном несоответствии тех заместителей председателей администрации, которые курируют работы по аграрному направлению, подчеркнул Шалбан Караул. Гидравлические испытания магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей Кызыла запланированы на понедельник с 3 по 5 июня включительно. На этот период в домах кызылчан горячее водоснабжение будет отсутствовать. За это время теплоэнергетики проверят на прочность и плотность сети, питающие социальные объекты и многоквартирные дома. Сегодня на Кызыльской ТЭЦ разработана и утверждена детальная техническая программа проведения гидравлических испытаний тепловых сетей с пошаговой инструкцией и ответственными лицами проведения каждого этапа испытаний. В настоящее время руководителям управляющих компаний выданы уведомления о проведении испытаний общим давлением. Проверяется работоспособность запорной арматуры на узлах многоквартирных жилых домов. И как показывает практика, не все управляющие компании выполнили ранее выданные предписания по установке или замене арматуры. Эти дома, соответственно, не попадают в общую схему проведения испытаний, что, в свою очередь, может негативно отразиться во время предстоящего отопительного сезона 2019-2020 года. Особое внимание требуется уделить жителям многоквартирных домов, у кого в эти дни будет бежать из-под крана с горячим водоснабжением вода под давлением. Вам необходимо в срочном порядке сообщить об этом в свою управляющую компанию либо по телефону оперативного дежурного 3-10-59 или в ЕДС города Кызыла по телефону 2-31-42 для жителей ПГТ Каахем 9-10-08. В МВД Тувы члены оперативного штаба по профилактике правонарушений рассмотрели несколько вопросов, решение которых требует межведомственного взаимодействия. С 25 мая по 25 августа в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности граждан на территории города Кызыла и на прибрежных зонах озер Дусхоль Хандын-Тандинского района еженедельно с пятницы по воскресенье будут выставляться дополнительные наряды полиции. Организовано взаимодействие с частными охранными организациями и представителями общественности народных дружин по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона. По данным Министерства здравоохранения республики, на территории республики имеется 41 лечебно-оздоровительный источник, 5 минеральных озер, которые ежегодно посещают свыше 40 тысяч граждан. Наиболее посещаемыми являются источники Ажик-Сук Чаохольского района, Тарыс Терехольского района, Шевелик и Бель Байтагинского района, Урайлык Тандинского района. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период летнего курортного сезона и летней оздоровительной кампании осуществлена корректировка дислокации сил и средств дорожно-патрульной службы. Дополнительные наряды будут приближены к местам массового отдыха граждан, а именно к прибрежным зонам озер, оздоровительным детским лагерям. Наряды ДПС будут нести дежурство на автодорогах федерального значения Р-257 Енисей и регионального значения Кызыл-Эрзин, Госграница, Кызыл-Сарыксеп и Абакан Акдавурак.
Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает бессрочный нулевой НДС на авиаперевозки пассажиров и багаж в обход Москвы. Предполагается, что это сделает перелеты между регионами более доступными. Согласно закону, который принят по инициативе Кабинета министров, будет обнулен НДС на внутренние авиаперевозки, минуя московский авиаузел. В настоящее время на такие услуги действует ставка НДС в 10%. Налог не берут на полеты в Крым, Севастополь, Дальний Восток и Калининград. Правительство Российской Федерации предложило распространить льготные правила на все перелеты между городами России, минуя столичное воздушное пространство. Это позволит наладить прямое авиасообщение между регионами. Пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки должны быть расположены вне московского авиаузла. Тогда не нужно будет платить НДС. И о курсах валют. Доллар стоит 64 рубля 54 копейки, евро 72 рубля 17 копеек. Только до 30 июня успейте посетить контактный зоопарк. Ежедневно с 11 до 19 часов в ТЦ «Император», угол улиц «Дружба» и «Чульдум». Фотосъемка бесплатна. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Рабочая группа Тувинского государственного университета с 13 по 22 мая находилась в Монголии для проведения профориентационной работы среди выпускников школ этой страны. Был проведен ряд встреч с руководителями организаций и учебных заведений Монголии. Состоялась встреча в Российском центре наук и культуры в городе Улан-Баторе. Стороны обсудили вопросы, связанные с изучением русского языка в Монголии, а также возможностью обучения монгольской молодежи в российских вузах и правилах приема иностранных граждан на бесплатное обучение в России. Правительство Российской Федерации ежегодно выделяет квотные места для подготовки монгольских студентов за счет средств федерального бюджета России. В Монголии желающих обучиться в России достаточное количество. Представительство продолжит работу для привлечения еще большего количества желающих, стараясь охватить отдаленные аймаки и сумоны. Монголия надеется приобрести достойные кадры, которые получат качественное образование в российских вузах. В ходе встреч обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества по разным направлениям деятельности, обмен опытом работы, повышение квалификации учителей русского языка, проведение практик студентов Тувинского государственного университета в школах Монголии, обучение русскому языку будущих абитуриентов Тувинского государственного университета, проведение совместных культурно-массовых мероприятий, направленных на изучение культуры, обычаев и традиций Монголии в России. Передвижка завершает рентгенобследование жителей Байтайгинского района. На днях две передвижные флюорографические установки противотуберкулезного диспансера Туи завершают рентгенобследование жителей далекого Байтайгинского района. Плановое сплошное флюорографическое обследование населения районов проводится с начала текущего года. Рентгенслужба противотуберкулезного диспансера уже приняла жителей села Карахоль, Шуй, Кызылдак и Байтал. В селе Карахоль обследование прошли 365 человек, в селе Шуй 475. Отметим, что в селе Карахоль флюорографическое обследование прошли буквально все, в том числе и чабаны. Работа флюорографической установки продолжается по сегодняшний день. Мероприятия в честь праздника детства в столице нашей республики начались уже сегодня. В этот день в стадионе пятилетия имени Советской Тувы прошел праздник «Дети России образованы и здоровы». Для юных спортсменов и болельщиков праздник продолжится 1 июня на стадионе «Хуреш», где состоится детский фестиваль национальной борьбы «Хуреш». 1 июня в городе Кызыл основные праздничные мероприятия пройдут сразу одновременно на трех площадках. В Национальном парке культуры и отдыха, на площади Арата и в молодежном парке. Мероприятия праздника детства пройдут для детей ЛДО «Первая остановка» 1 июня в 11 часов. Ребята будут состязаться в футбольном матче и 4 июня в 12 часов смогут принять участие в развлекательной игровой программе.
Ребятам сдач правого берега – остановка «Звероферма». 2 июня в 15 часов предлагается праздничная развлекательная игровая программа. Детворец микрорайона «Башня» – детская площадка напротив медицинского колледжа. 31 мая в 16 часов предлагается поучаствовать в культурно-развлекательной программе. А 1 июня в 11 часов помериться в ловкости и силе в спортивных соревнованиях. По республике переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. В городе Кызыл переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Днем плюс 22, плюс 24 градуса. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.